Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатеромашка Солнечная. А это получается по мне гадать можно, ну типа листки мне вырывать, да, или как? И сегодня мы находимся в самом романтичном городе на планете, потому что только здесь каждый день все мальчики всем девочкам дарят просто килограммы цветов. Мы находимся там, где у каждого второго жителя смертельно дикая аллергия на пыльцу. И мы находимся там, где люди вместо «доброе утро», «спасибо», «до свидания» говорят «будь здоров», потому что из аллергии чихают по 20 тысяч раз в день. А, ну мы же в этом, во Владикавказе, точно. Я в детстве со школы на экскурсию в этот город ездила, я точно помню, что там все было в цветах, и мы там обчихались просто с классом дружно раз 40, наверное. А, так мы еще песенку пели, нас учительница заставила выучить вот это «слева горы, справа горы, а вдали Кавказ». Там армяне зажигали свой народный джаз, а? Подожди, то есть... Ты была в Владикавказе, и тогда, получается, тебе кто-то из мальчиков цветы подарил, что ли? Да-да, мне даже несколько раз мальчики там цветы дарили, причем вообще незнакомые мне даже. Ну все, хватит, не надо хвастаться, то, что тебе там до меня кто-то цветы дарил, все. Мне вот тоже, может, кто-то цветы дарил до тебя, как мы с тобой познакомились, но я же не хвастаюсь. А вот это уже странно. Любит? Не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Слушай, нас бог Майнкрафта не любит. Ромашка сказала. Мне кажется, даже без гадания на ромашке мы и так это знали, то, что бог Майнкрафта нас 100% не любит. Поэтому, Катя, это не работает. Все, давай, пошли. Я сразу заметил, то, что там в начале серии есть какая-то странная такая деревня, вся в этих мухоморов огромных, да и тем более, учитывая, что бог Майнкрафта сказал, то, что сегодня мы будем там, где люди просто умирают от аллергии, может, нам, в принципе, не стоит туда идти сейчас? Слушай, по мне так все нормально, вон цветочки, вроде светло, никаких звуков подозрительных нет, может, сегодня будет с нами все хорошо, а? А была хотя бы одна серия Майнкрафта, но когда нам с тобой было хорошо, я вот такую не припоминаю даже. Ну, у меня всегда на примере есть тот момент, когда я феей стала, поэтому... Ну, да, а у меня такого примера нет, потому что мне никогда не было хорошо ни в одной серии Майнкрафт, но... Поэтому давай мы будем с тобой держаться вместе, если какая-то жопа начнет происходить, сразу же отсюда убегаем, хорошо? Хорошо, давай тогда ты в этот дом, я в тот. Все, давай. Если там будет что-то полезное, кроме цветов, тут на каждом шагу цветы просто. У меня реально сейчас аллергия начнется, даже если у меня ее нет. Так, в сундуке у нас костная мука. Так, а у меня мертвый куст и маки. Ну хорошо, так, костную муку я заберу, вдруг она нам пригодится. Где ты сейчас? Иди сюда, давай, тут какой-то этот странный сундук. Ага, хорошо, да и жители тут какие-то странные, они ловят рыбу в колодце, который высох, и вместо воды в нем цветы. Слушай, так. Может быть они, я не знаю, варенье цветочное делают. И, кстати, все может быть. Так, в сундуке у нас... Да тут реально только ромашки. Тебе не кажется, что цветы как-то слишком странно выставлены, не? Да, по-моему, обычно, ну, вот... Скорее всего, в этой деревне... И здесь! Иди сюда! Что? Я здесь была, я же сказала, тебе мертвый куст и маки. Он тоже какой-то немного странной формы, этот мертвый куст и маки как будто что-то напоминает. Слушай, я пока ничего не понимаю. В этой деревне все цветочное, и я даже не знаю, есть тут что-то подозрительное, кроме вот этих тупых жителей. Подойди сюда и посмотри. Подожди, мне кажется, ты просто преувеличишь. У тебя это развитая фантазия какая-то. Смотри. Ну, ловят цветы люди, ну, оранжевые цветы. Ну, зачем вы на удочку цветы-то ловите, дебилы? Да уберите с меня эту удочку, можно же просто словить... Спасибо, я теперь в колодце застряла. Вы теперь меня ловить будете? Ловите Катю на удочку. Угу, прикольно, спасибо, друзья. Вытащи меня, чё пучишь? Если кто-то ее словит, меня свистите, хорошо, я приду ее заберу. Я пойду в другие дома, возможно, здесь что-то будет. Так, здесь цветы. Здесь у нас тоже цветы. О, сундук. А в этом сундуке у нас трава. Обосра... Да. Короче, Кать, здесь ничего полезного в этом городе, в этой деревне нет. Мне кажется, надо срочно отсюда сваливать, пока что-то плохое не произошло. Ну, ты же понимаешь, что просто так ничего не может быть, мистер Крипер, привет, а ты меня не убьешь, а потому что тебя первей заметила на собака. На. Ну или почти.
Ну что ж, слушай, на самом деле, что ты прикопался вот к этой деревне? Ну, может быть, жителям нравится цветы выращивать, нравится их ловить. Их деревня, их правила. Ну, кстати, тоже верно. Слушай, ну и жители тут такие, ну, чересчур любвеобильные. Вот так и норовят мне цветочек подарить. И бегают за мной все, и бегают. Хорошо, это отлично. Слушай, ты сюда подойди, я тут заметил то, что есть дверь железная в один дом. И мне кажется, краски за этой железной дверью что-то будет. Подойди сюда. А куда сюда-то? Ну я перед тобой вот прыгаю назад, ты посмотри, господи. Вот. Я не вижу тебя, где ты? Ядрить ты колоти, ты издеваешься. Сзади тебя, вот перед тобой стою. Ну-ка попрыгай. Ну? Ты цветочек аленький. Привет. Спасибо огромное за комплимент. Подойди сюда. Давай. Ёханый ты, бабай, почему же они так всегда вовремя-то подкрадываются? Подойди сюда! Офигеть, я только что увидела, как летает цветок. Какой цветок? О чем ты говоришь? Ты такой масенький, такой красненький. У тебя в руках тыквенный пирог. Кто из нас пыльцы обдышался, обнюхался? Я или ты? Это меня сейчас плющит, потому что... Ну да, ты реально цветок. Ёперный ты театр. И потом ты мне говоришь то, что пойдем в эту деревню, все будет хорошо. Я превратился в настоящий цветок с мечом в руке. Так подожди, ну а ничего же страшного не произойдет. Ну кому мы нужны? Ну подумаешь, цветочками побудем. И что? У нас совершенно такие маленькие проблемы с тобой, Екатежопик. Что случилось-то? Беда с тобой случилась, такая же, как и со мной. Но я что, цветок? Вот сейчас ты настоящая Катя-ромашка, вот прям вылитая. Ой, так это мы с тобой парочка получается. Я беленькая, ты красненький, да? Обдристалочка, а не палая парочка. Так, подожди, то есть мы пришли в эту... Стой, куда ты так побежал? Я за тобой не успеваю, цветочек ты мой любимый. Ты что сейчас сказала? А что такого? Она мне такого в жизни никогда не говорила, что я еще и цветочек, еще и любимый. Так, может, это все же серия нам на пользу пойдет. Я тебе предлагаю пойти к этим жителям, вдруг они что-то знают. Учитывая то, что они как бы заправляют этой деревней, вдруг у них есть вот это противоядие, как стать обратно нормальными людьми. Ну хорошо, тогда ты иди на переговоры, я тебя тут подожду, а то я боюсь, это они сейчас на удочку словят. Ага. Хватит ловить цветы в этом, в колодце своем. У вас есть какое-то противоядие? Подождите. Противоядие какое-то, чтобы стать обратно нормальным человеком. Сколько-то можно, мисс Крипер? У меня такое ощущение, держи люк. У меня такое ощущение, что эти две коровы от нас что-то хотят, не? Или мне просто кажется? Так они ж коровы, они ж травоядные, а мы цветочки, мы по сути тоже как трава, то есть они хотят нас съесть, получается. Вы нас это, сожрать хотите? Ой-ой. Катя, уматывай отсюда свои ласты цветочные. Ой-ой! Ёперный ты театр, ты до сих пор опять думаешь, что все хорошо, ты думаешь... Они тебя бьют? Да, они меня бьют! А я на крышу залез, тут меня никто не достанет, они сюда не смогут залезть, Кать, поднимайся сюда! Как ты это сделал-то? Ну вот, из сена запрыгнул на вот эту фигню торчащую и потом на крышу. Они же меня сейчас сожрут, все, у меня половинка сердечка осталась. Ну уматывай отсюда! Слушайте, вот бычары во дверь. О, сюда пур-пур, капу, кочу! Что ты сейчас сказал? Неважно, держи цветочек. Вот ты держи цветочек. Сколько мы здесь... Меня еще крипер подорвал. Держи цветочек, а ты держи пшеницу. Вот так, держите. И отстаньте от нас ради святых вот цветочков, пожалуйста. Уматывайте отсюда. Я удаляюсь на реабилитацию. А ты где вообще? Я тебя что-то найти не могу. Спрятался куда-то. Я на крыше, вот прыгай. О, я тебя вижу. Стой. Господи, помилуй. Я тебя вижу, стой. А ты себя-то в зеркало видела хотя бы? Ну я цветочек, ты тоже Ты уже не цветочек. Я тебя обрадую, ты тоже не цветочек. Ты хрюндель цветочек. А знаешь, кто ты? А кто я? Ты чики-бомбони. Это комплимент или оскорбление? Нет, ты овца. Поаккуратней с выражениями, хрюндель. Ты тоже, между прочим, молодой человек. Подожди, то есть ты хочешь сказать, я тоже превратился в... Ядрёный случай. Ладно, до этого мы были обычными цветами, но тут ты понимаешь, что это не цветы курильщика, просто нездорового какого-то человека. Как цветы... Тихо, успокойся. Цветок чики-бомбони, цветок хрюндель.
Давай, смотри, коровы от нас отстали вроде бы. Пойдем еще раз к жителям, узнаем, что как. То есть ты думаешь, если сейчас к ним подойдут два живых цветка, один хрюндель, другой чики-бомбони, то они нормально, адекватно на нас отреагируют? Ну, давай ты для начала хотя бы меч из рук уберешь, а там посмотрим. Ну, кстати, логично. Так, иди сюда. Извините, простите, молодые носатые существа, мы великодушно перед вами извиняемся, вот эти два цветочка, но у нас тут жизненная проблема случилась, нам надо как-то обратно в людей превратиться, а то вот это не дело, моя женщина, девушка молодая, хрюха! А я чики-бомбони! Так, ну, вы неправильно поняли моего вот этого друга, вот этого... Какого друга? Я парень твой! Вот, вы можете как бы нам помочь? Мы просто вот не знаем, что с нами делать. Мы превратились в цветов, а удочка-то зачем? Не надо... Мы в жизни немного запутались, и вы, походу, тоже. Не надо ловить меня, я человек, я не цветок. Мне очень интересно, почему они так на нас реагируют? Так, а ты не замечаешь, что у них вообще-то вся деревня в цветах? И мы цветы, и все вокруг цветочное такое, м? Они цветочные коллекционеры, получается? Они цветочные маньяки вот эти вот, они хватит меня... Ёперный ты театр, нам в этой деревне кто-то поможет! Дебилы вот эти с удочками ходят и цветы на удочки ловят! Катя, прячься, короче, в какой-то дом, я не знаю, вот сюда! Куда? Помоги, где? Где? Я потеряла тебя. Ладно, не в этот дом, тут меня спалили. В другой дом, иди сюда, прячься вот в этот дом. Иди сюда. Да. Заходи в дом уже, зайди в дом и спрячься, какой-то дом. Вот, ты сюда заходи. Вижу. Все, стой здесь, притворись, как будто мы с тобой просто обычные цветы. Вот, стой. Если вдруг сюда сейчас какой-то зайдет житель, то... О, идет мелкий этот, идет мелкий. Тихо, мы цветы. Мы цветочки, мы цветы. Заткнись. Я ромашка, это тюльпан. Цветы не разговаривают. Ну, кстати, да, но мы же не обычные цветы. Что нам там дальше делать? Ну все, мы теперь цветы, надо эти горшки покупать себе, там рассаду, удобрения. Какие горшки? Нам надо выбраться из этого города. Там есть дом с железной дверью. Почему мы просто не можем подойти, разрушить эту железную дверь и посмотреть, что там внутри? Слушай, ну можно, в принципе. Давай, заходи, давай, быстро! Так, я сейчас захожу в этот дом, все проверю, ты пока тут на шухере постой, если там все нормально, я выйду и скажу тебе, окей? Окей, хорошо, тогда давай забегай. Если этот мелкий крендель опять сюда придет, я его закукарачу вот этим своим алмазным мечом. Ой, тут что-то как-то все странно и непонятно, сейчас бы пробраться сюда. Так, ну тут все чисто, никого нет, поэтому можно, в принципе, идти. Пойдем. Что? Я не знаю, это хорошие новости или очень плохие, но если раньше ты была Екатеромашкой, то сейчас ты прям огромная такая Екатизадница. Чё, подожди, тихо, ты хочешь сказать, что у меня теперь вместо лица зад? Нет, у тебя вместо лица твое лицо, но оно жирное как зад. А чё ты тогда чики-бомбони остался? Заходи внутрь, господи, да помилуй! Я в цветах застряла, подожди. Подожди. Так это наша возможность отсюда выбраться. Тут два вот этих драндулета. То есть ты сейчас себе как это представляешь? Два цветка недоделанных садятся на драндулеты и сваливают. Ну я себе примерно так и представляю. А в сундуке у нас с тобой две канистры бензина. Держи одну канистру, не заправляй свой драндулет. А я буду свой заправлять. Вот так, заправляй давай. А как? Правой кнопкой туда тыкай, куда заправлять. Куда заправлять? Вот сюда? Нет, в дырку заправлять. Ну, в смысле, шланг, вот это, пистолет вставляешь в дырку и заправляешь. Господи, в дырку вставь! Вставь в дырку! Слушай, на ты, вставь в дырку, а? Ну, конечно, я же лучше умею вставлять дырки, чем ты. Ну, в смысле, в пистолет. Лучше я заткнусь. Наливай уже давай! Я уже налил, можешь пить бензин или что там. Все, давай эти драндулеты вытаскиваем на улицу и погнали отсюда. Да я прям на них поеду. Это очень странное зрелище со стороны, честно тебе скажу. Ой, главное сейчас это, вот от жителей быстренько убежать, пока они не увидят нас, ага. Так, ну все, садись свою драндулетку и поехали. Стоп, нет, не поехали. Жирная рожа. Мне кажется, или со мной тоже проблема в жизни произошла? А все по-честному в этой серии должно быть. Теперь у тебя вместо лица задница.
Ёлка. Ёперный театр, господи, помилуй, ладно, если у нас есть эти драндулеты, мне кажется, просто отсюда можно уже сваливать, как ты на это смотришь? Да, конечно, погнали. Так, поднимай вот этот драндулет, давай, и пошли за мной, он просто на блоки не заезжает, поэтому сейчас два цветочка наркомана перетащат драндулеты через всю деревню, потом куда-то их просто поставят и поедут туда, куда глаза глядят, поэтому давай, Катя, за мной. По-моему, это очень прикольно выглядит. Это дебильно очень выглядит. Главное, чтобы вот эти сейчас рыбаки-придурыши, которые цветы ловят на удочке, нас не заметили. Все, давай сюда за мной, быстренько. Главное, давай. Не разбейся здесь, давай прыгай. Можем ехать. Все, ну, я думаю, то что да, там вроде более-менее прямая дорога. Можешь поставить, давай, ставь. Так, все. Ой. Предлагаю сесть, да, садись. Ребята, я знаю то, что мы выглядим как очень редкие цветы, но это только на первый взгляд, вы ошибаетесь. Мы совершенно нормальные цветы, наркоманы, Катя! Пид, вот это ногу в пол и сваливаем отсюда! Едем на гелике! В каком гелике? У нас не гелик, у нас два трехколесных драндулета! Ну, валим по трехколесам драндулей. Я не знаю, куда тут ехать, он не заезжает на блоки. Разворот, Кать, разворот. Я мчу, смотри. Ты дуримонда, ты почему в воду-то залетела? Ладно, тогда я сматываю в другую сторону. Ребята, подождите. Это мой все-таки цветочек на драндулете едет. Ребят, мы обычные рядовые нормальные цветы. Не обращайте, пожалуйста, нас внимания. Чё ж вы к нам-то прикопались? Посмотрите назад. Там сзади еще розовый тюльпанчик ходит. Чё вы ко мне-то прикопались? Кать, да надо сматывать так, отсюда. Все. Оставляем драндулет. Все, держите, ребят. Можете покататься. Нас не трогайте, пожалуйста. Забирайте драндулеты. Вот это. Забирайте топливо. Забирайте бензин. На, корова, понюхай бензин. Можете пригодиться, Кать. Просто сматываем отсюда ради всего святого. Пожалуйста! Так, все, мальчики-бомбони, мы сейчас скроемся среди них, и нас никто даже не заметит. Екатя жопка! И Екатя еди жопка! Давай мы просто здесь где-то станем и просто притворимся с тобой цветами. Все, я просто обычный ядрить-колотить жирный подсолнух. А я просто роза. А ты просто жопа. Мире. Вот и хорошо, вот вся жизнь и удалась.